Всем привет! Сегодня приготовим очень вкусный рецепт кабачков. Кстати, у меня на канале уже много рецептов, и я вам оставлю обязательно ссылочки вот здесь вот в подсказках. Посмотрите, там очень много чего интересного. Ну а мы переходим к сегодняшнему рецепту. Вперед готовить! Для фаршированных кабачков я выбрала говяжий фарш, но можно взять любой. Обжариваем на сковороде с капелькой растительного масла до готовности. В миску к булгуру добавляем фарш. Булгур у меня отварен практически до готовности. Вместо булгура отлично подойдет рис, также можно крупу заменить отваренным яйцом. В начинку можно добавлять предварительно обжаренный лук и морковь. Теперь примемся за наши кабачки. Кабачки лучше взять молодые и небольшие, можно взять цукини. Разрезаем кабачок поперек на 3-4 части. Можно, конечно, сделать из кабачка лодочки и фаршировать их. Убираем сердцевину из каждого бочонка. Половину сердцевины убираем, она нам не пригодится. А оставшуюся половину нарезаем кубиками в начинку. Всю сердцевину кабачков я не советую нарезать в начинку, так как будет много влаги. Хорошо перемешиваем начинку. Натираем сыр на мелкой терке. Начинаем фаршировать кабачки начинкой. Берем бочонок и ложкой начиняем кабачок. Ставим кабачки на противень, посыпаем сверху сыром, ставим разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут. Такие кабачки также можно приготовить в мультиварке. Очень вкусные фаршированные кабачки готовы. Приятного аппетита! Вот такие кабачки получились. Реально очень вкусно, поэтому советую приготовить. Ну а у меня на этом все. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Впереди еще много вкусного и интересного. Пока-пока. До новых вкусных рецептов.